демонстрируется фазовый переход затвердевания жидкой ртути при охлаждении. Наливаем в форму ртуть. Погружаем в нее ручку и охлаждаем жидким азотом. Ртуть затвердевает при температуре около минус 40 градусов. Жидкий азот имеет температуру минус 196 градусов Цельсия. Так что через некоторое время ртуть затвердеет. Вот затвердевание уже началось. Сейчас мы охладим еще раз образовавшийся ртутный молоток. Ртуть затвердела. Получившимся молотком, хотя он и достаточно мягкий, как все чистые металлы, можно забить гвоздь в дерево. Можно продемонстрировать и обратный переход ртути из твердого состояния в жидкое. Погрузим молоток в жидкую ртуть. И он быстро расплавится.